Всем осенний привет из Москвы, и я с кратким анонсом, какие видео ждать на моем канале в ближайшее время. Вы просили снять интересные испанские города, и следующая серия будет пилотная серия «Дикарями по Испании». Правда, пока еще не на том самом Кадиллаке, но Кадиллак появится позже, и это все равно будет интересно. Следом будет видео об электричке. Как там i3 и что это вообще такое, спрашивают многие. Я расскажу о впечатлениях. Но ближе к холодным зимним вечерам контент пойдет еще горячее. Во-первых, на ваши экраны вернется тот самый легендарный Кадиллак по пути из Англии в Испанию. А во-вторых, я так увлекся путешествиями, что почти не оставалось времени на тест-драйвы. Но от приглашения китайских коллег из Cherry International отказаться было трудно, ведь именно там мы совместим и приключения, и тест-драйв. Это будет Cherry Tiggo. Что вы хотели бы узнать об этом кроссовере, пишите в комментариях, и часть обзора будет снята практически по вашему сценарию. Thanks to Cherry International for inviting me, and we are going to China. Right now.